Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, и мы продолжаем играть Shadow Fight 3. Так что у нас тут такое? Нету ничего, да? Ладно, здесь забрать награду. Ну, 4 ключа редких забрал. Подписаться и забрать. Перебьемся. Да? Да. Так, ну что у нас там? Персонажи, приключение-то у нас будет дальше продолжаться или нет? В бой. Во. Так, лучшая ученица. Подожди, а разве я вчера этот поединок не проходил? Кива, мы же, по-моему, вчера с тобой наказывали этих бандитов. Что опять не так? Опа. Ты посмотри, стерва какая. Ты просто полюбуйся на ней, на. Ух, ядрен, матрен. Блин, вот этот, конечно, неуязвимость меня их просто вымораживает. Сейчас еще и пропишет, блин. Промахнулась, дура. Это тебе за все. За твои выпендрежи, так скажем. Мерзость ты супостатная. Так, а я теневуха-то не потратил. Теневуха у меня осталась, поэтому я могу ее применить. Так, откатимся вначале. Ну что, мразь, вставай. Критично. Ой, это критично это было по мне. Опа, вот сейчас было критично именно по ней. Да куда же ты пролетела, Киба? Воу. Она с вертухана, когда бомбила, она зацепила, да-да-да. Нижним ударом. Так, это у нас получается сейчас будет третий бандит. Лучшая ученица. Воу, я помню эти кувалды, ребята. Хорошо, сейчас ему так. Ай ты, жук ты, смердящий, а. Да-да-да-да-да, конечно. В табло получил? На, уходим. Ах ты с арбалета еще, мразь, а. Ты еще с арбалета своего вшивого тут бомбишь. На, в подбородок. Лизнул пятку мне. Он даже отойти до сих пор не может. Как ему понравился. Слушай, не дофига ли бандитов-то у нас тут, а? Раунд четвертый. Куда вас столько-то? Ух ты! Как красиво-то, как смачно. С таким щелчочком. Еее. Было бы прикольно, если бы у них еще бы, ребята, например, слетала бы броня. Ну, там, каска, например, да? Было бы вообще прикольно. На. И до свидания, походу. Хе-хе-хей. Щеглазадова разрубил. Мне понравилось, как мы с ним расправились. Не скажу, что на изи, но тем не менее. Так, синхронизация увеличена. 400. Так, 400, значит. Девушки вскоре заметили лидера бандитов. Несмотря на уговор с Дэн Рао, они решили справиться с ним самостоятельно. В бой. Тот здоровяк с ножом похож на главаря. Оставлю эту честь тебе, принцесса. Иди, я прикрою тебе спину. Угу. Так, принцесса династии, огненные бомбы. Главарь бандитов. Фига у него. Катисак хорош. Не хочу попадать. Ау!
Понял. Так, а я его даже пробить не могу, эй. Давай, Джун. Ах ты, смердящий ты, тараканья титька. Он еще теневуху хочет врубить. Нет, нет, сопляжуй. Никакой теневухи тебе. Ах ты, пес ты смердящий. А ты посмотри, что вытворяет. На принцессу свой вшивый клинок поднял. Ну, Труфальдина. Ох ты, посмотри, что вытворяет, а. Да ты охренел, что ли? Утырок, блин. Ну? Чё, гад? Я смотрю, не нравится тебе, да? Приговор вынесен, да? Хорошо ты, вот, Джун. Подковеркало, мне понравилось. Фух. 10 эпических ключей, thank you. Это было зажигательно, Акиба. Как ты? В порядке, легионеры лежат в грязи, где мы место? Но я все еще не вижу Денрау и его людей. Стоп, а это кто? Незваный гость. В лагере бандитов уже околачивался какой-то солдат. И он совсем не выглядел напуганным. Джун решительно приступила к допросу. Да как офигеть, через 2 часа 53 минуты будет доступно. А что значит подписаться и забрать? А, вот оно что. Не, ребят, спасибо. Я уж как-нибудь перебьюсь. У меня сколько вообще монет? 699 тысяч. Тут брать-то особо нечего, если честно, да? Посохи, ключи. Ну, бустер-пак можно было бы, наверное, еще взять. За что только неизвестно, за рубины. О, бесплатный у нас есть. Ну, там, соответственно, ничего хорошего не будет. Защитный шлем. Так, четырехлистная. Так, революция, доспех. А это что такое? Глава редкий, эпический, легендарный. Shadow Fight 3. Купить, что ли? Давай купим. Смотрим. Шляпа фельдшера. Помним такую. Удар чего там? Воу, теневой секатор. Крылья журавля. Дирхорны. Ага. И униформа фельдшера. Ну, прикольно. Но все равно пока ничто не переплюнуло, да? Жалко, нету какой-то вот способности вот у него у нас, это да. Когти виверны. Так, ну что, спецпредложение.
Кто-то мне там сказал, что можно идти на главу. Там у тебя, говорит, легко. Да, ребят, там легко, но... По-моему, я его не запинаю. Я уже пытался его запинать. Ну, давай попробуем еще разок. Он меня запинывал тогда. Тоже было легко и... Давай. Вот он в свою в эту машину садится и сейчас начнет тут. Да. Да ты заколебал ты, а? Уходим. Да куда ты лезешь-то, ну? Пипец. Так, это была первая форма, да? Сейчас будет вторая. Где он начнет там ракетами бомбить, насколько я помню. Да, готовится. Бумс припечатал. Давай, поехали. Угу. На! Чего такое? Раунд 3. Вот он вылез. Начали. Хорош! Да отвали ты от меня, дуралей! Ты посмотри, посмотри, что творит, вытворяет, а? На! Ну, крышка ему. Да. Ну куда ж ты, мой рай, идешь? Ух ты. Не понял, тень в него вселилась? Зашибись. И он стал тенью. Что, еще драка будет, что ли? Ё-моё. Раунд 4. Офигеть. Нормально. Да хорош! Без шанса просто, ребят, без шансов. Ладно, раунд 5. Так он сразу у него теневуха полностью накоплена, понимаешь? И еще вытворяет. Говнарь, блин.
Ну? Уложил. Да ёк-макарёк, теперь Мойра что-то с ней. Фига на меня, блин. А, она забрала. Просто вытянула эту сущность. Вот так вот. Победа, ну наконец-то. Чего опять-то? Где он? Где потомок тени? Я не могу потерять его. Без него я не имею смысла. Я чувствую, будто он жив. Я слышу его. Теневой разум говорит. Он уничтожен, как и весь остальной мир. Ты находишься в ядре ускорителя. Твое могущество абсолютно. Зачем тебе потомок? За пределами ядра мир не существует. Ты можешь создать его заново и повелевать людьми, заставить их сражаться между собой. Мне не нужен мир без потомка тени. Пока его нет, я не могу быть завершенным. Я буду страдать вечно, как тогда в сфере. Я действительно чувствую, что моя сила абсолютна. Я поверну вспять само время, и в этот раз потомок тени победит. Если ты это сделаешь, все это закончится точно так же. Мир будет разрушен, но я помогу тебе. Я расскажу, как изменить судьбу. Хм. Мойра разрушила наш мир, но потомок тени трижды прыгал в прошлое. Три его путешествия создали три побочных мира. В каждом из трех побочных миров существует копия потомка тени. Это не точная его копия, и у него нет воспоминаний о тебе. Потомок никогда не осознавал, насколько были важны его друзья в мире в судьбе мира, но ты поможешь ему понять. Значит ли это, что я опять окажусь в сфере, в плену? Да, ты вновь окажешься в сфере. Но ты ведь веришь в потомка? Он найдет тебя рано или поздно. Ему предстоит узнать много нового вместе с тобой. И если потомок получит силы своих спутников, он сможет изменить судьбу. Вперед! Но ты должен знать, это побочные миры. Да и копии потомка отличаются от оригинала. Все будет против тебя. Удачи! Открытая рана. Раунд 1. Это что такое? Кошмары мучили принца династии уже не первую ночь, но сегодняшний сон был особенно странным. Ты занял место принцессы Джун. Наверное, ты очень доволен собой, убийца. Мир принцессы отомстит тебе за нее. Он заставит тебя лгать, торговать, вечно выживать между двух огней. Сможешь ли ты пройти путь Джун? Только тогда ты получишь ее силу и сможешь предотвратить гибель мира и свою собственную смерть. Трансформация мир Джун. Кого я вижу? Принц династии собственной персоны. Давай-ка по-быстрому проверим твои рефлексы. Попробуй победить меня. Да? Попробуем. Подожди, а что это со мной-то? Так я и думал. Ты неустойчив в этом мире. Он отторгает тебя, как инородное тело, и ты слабеешь. Но я знаю, как этому помочь. Вот новое снаряжение, и оно пригодится тебе, чтобы стать более устойчивым.
что он мне там дает? Новый уровень. А где снаряжение, которое ты мне обещал? Ну, это шелковая феска, это понятно. Так, ну, чайки повстанца. Муравьи. Так, доспех. Безумно. Первая копия сюжетки. Безумно, ребят. Ты серьезно? Видел этот знак? Этот параметр устойчивости. Он показывает, насколько сложным будет для тебя сейчас боевое правило. Кажется, твоя устойчивость сейчас недостаточно, чтобы победить меня. Я покажу тебе, как ее повысить. Что? Что мне нужно? Так, забрать награду. Устойчивость увеличена. Отлично, твоя устойчивость выросла. Ты всегда можешь повысить ее в разделе коллекции. Попробуй сразиться со мной еще раз. Так, уровень сложности сразу нормальным стал. Ну-ка. Попробуем. Начали. Ох ты! Да хорош! Ух ты, сопряжуй. Есть. Ну да, тут я его ушатал. Отлично. Так, ну понятное дело, что продолжить. Удары в голову, теневые способности. Так, первый удар, ну это понятно, идеально, великолепно. Нагината. Продолжить. Совсем другое дело. Я знал, что ты справишься. Просто не забывай проверять, достаточно ли твоя устойчивость для следующего боя. А теперь иди, твой отец уже ждет тебя. Мы встретимся вновь. Я точно это знаю. Что за незнакомец? Так, ну что, будем скачивать. Так, ну что, обновили мир Джун. Легко. Снова замечтался, сын. Ты должен сосредоточиться ради всего святого. Это финал союзного турнира. Нам нужна победа в турнире, и это не формальность. Легионеры должны чувствовать, что мы сильнее. Я могу войти. Я просто хотел пожелать удачи нашему принцу от лица его финального оппонента. Он гордится тем, что стал частью империи. Да здравствует союз! Да, отец. Так, легко победите другого финалиста и выиграйте союзный турнир. Опасный вампир? А ну-ка. Неужели это тот самый вампир, про которого я думаю? Нет. С этим чуваком мы, по-моему, уже встречались. Но, может быть, мне, конечно, кажется. Куда ты, корявый? На. Хорош. Опа. Как он сейчас мне хорошо так звезданул. Ох, ядрен, матрен. Блин, как же он меня раздражает своими вот этими вот. Да это просто непробиваем, ты посмотри. Ты корявый, ты достал. На. Прям по горлышку ему полоснул. Фух. Шикардосик. А самое главное, что это сюжетка, ребят. Ох, как же я соскучился по сюжеточке. Поехали. Сразу в отрыв. Да ты заколебал, ты плешивая морда. Ха-ха-ха.
О, отравляшка на него накидали. Пипец какой-то, просто. Да ядрен, матрен, ну. Вот сейчас хорошо мы его подловили. Я хотел увернуться, но у меня не получилось. Ну! На, в глаз прямо ему. Щух. Что? Морда. Иди спи. Алкаш завалявшийся. Ну это понятно, удары в голову. Так, что у нас тут? Шлемы всякие. Ваше высочество, я благодарю вас за этот исторический бой. Пусть союз между легионом и династией длится вечно. Кстати, о союзе. Кажется, королева беспокоится насчет сферы. Как продвигаются наши дела? У вас есть новости? Вы совершили настоящий прорыв в этом месяце. Сфера будет уничтожена в самое ближайшее время. По крайней мере, точно в этом году. Простите за вторжение, ваше величество. Я украду у вас нашего дорогого принца совсем ненадолго. Совсем ненадолго. Зачем? Это очень срочно. Я не мог говорить при после легиона. На дворец напали. Это культисты. Некоторые поклоняются запрещенной теневой энергии. Быстро мы должны остановить их, пока легионы не узнали. Денрао и у люди пока справляется, но мы должны им помочь. Денрао теперь начальник гвардии, представляешь? Да ладно, серьезно что ли? Твоя устойчивость недостаточна для этого сложного боя. Получай награды за собранные сеты в разделе коллекции, чтобы повысить свою устойчивость. Ага, вот как. Подожди. Предметы сета. Тут нехватка. То есть это мне нужно надеть, что ли, я так понимаю, или как? Да нет, наверное, не надо мне надевать. Задержить. Давай попробуем в бой все-таки. Попробую, ребят, все-таки я. Смогу, не смогу, не знаю, но попытаться надо. О, блин, вестник еще, ё-моё. Шустрые эти ребята. Очень шустрые. А подожди, а что это у него так? Скажи-ка мне на милость, почему у него ХП восстанавливается так быстро? Ядрен, матрен. Хорошо. Замечательно просто. Все-таки я его уничтожил. Но опять же, за счет теневухи. А вот без теневухи. Без теневухи это было бы, наверное, проблематично. Да, бумеранг. Хм.
Ну, пока я только так могу его, ребят. Да ты заколебал, тварь ты вонючая, блин. Вообще непробиваемый, блин. Давай теневуху еще вруби, блин. Он сейчас и без теневухи меня разорвет. Ну вы издеваетесь, ребят. Ну как вот его бомбить, если он просто, блин, не пробивается. Опять же за счет теневой энергии, если только. Вот и все, да? Так, у нас будет еще третий раунд. Я думаю, что там при теневухе я его, наверное, смогу все-таки ушатать. Ну да. Тайм-аут. Сдох. Будет знать свое место. Идеально. Наивный мечтатель, а? Ну что-нибудь тут нормально дадут? Ничего не дают нормального. Черт, они исчезли. Опять мерзкие культисты. Я ненавижу вестников, серьезно. Ни чести, ни славы, трусы. Они появились буквально из ниоткуда, где-то год назад. Ты, наверное, еще пока ничего не слышал о них. Ох, я так рад, что ты вернулся. Принц, капитан, мы отбили атаку. Несколько вестников сбежали, но большинство убито. Спасибо, Денрау. Думаю, мы должны попытаться найти свидетелей неподалеку от дворца. Принц, пойдем со мной. Ну, дальше идет невозможно. Сейчас бездна в беде. Сумасшедший узурпатор разрушил сеть коммуникаций между регионами и подчинил их себе. Мы зовем их коллекционером. Нашим людям уже удалось вернуть контроль над этой территорией, но наместники узурпатора не готовы так просто отказаться от своих привилегий. Они будут совершать набеги, нападая на нашу базу, но мы им не позволим. Помоги нам защитить бездну. Да? Сразитесь с боссами бездны. Победа над боссом бездны принесут вам награду ключи бездны. Ими можно открывать особые сундуки, содержащие перки, спецприемы и минералы для их улучшения. В рейде участвуют 5 игроков, которые побеждают босса совместными усилиями. Так, короче, я понял. Магниевый дворец принадлежал каратнице Руалан, которая устраивала жестокие бои между своими подданными. Но они наконец-то взбунтовались против нее. Она очень хочет вернуть себе власть и источники магмия. Этого нельзя допустить. Теперь у тебя достаточно ключей бездны, чтобы открыть сундук. Интересно, что же внутри? Давай глянем. Так, тенецит, хризонит и магмий. Сундук бездны. Так, новая способность. Так, новые способности. Так, ну давай еще открывать. Да, смотри-ка, даже новая способность. А, это что у нас? Обычный спецприем. Ага, носорог.
Эпический перк шлем. Ваш теневой прием при попадании отравляет противника, нанося урон в размере 10% от урона атаки. Слушай, нормально. О. 10% шанс понизить урон критической атаки противника на 10%. На 2 секунды при успешной атакой оружия. Ну, маленький шанс. Хотя можно прокачивать же, насколько я помню. Перки-то. Так, ну здесь просто камни. Что это у нас такое? Новая способность. Восстановление 0,7% здоровья в течение 5 секунд после каждого 7-го удара вашего комбо. Новая способность. Ну это для мечей. Так, опять эти камни. Только одни камни, да? Так, слушай, а вот это что такое? Новая способность. Минус 3% всего входящего урона за каждый нанесенный удар в комбо. Пока активен счетчик. Это на доспех, мангуст. Ага. Так, новая способность. 15% шанс оглушить противника на 1,5 секунды успешными атаками без оружия при условии нанесения комбо из 8 ударов. Блин, ну, как бы хороший удар, но обязательно такие условия, что попробуй еще и выполнить. Оу, это что еще такое? Новая способность. 10% шанс при нанесении атаки без оружия запретить противнику получать теневую энергию и входить в теневую форму в течение 3 секунд. Но опять же, атака нанесена без оружия, то есть голыми руками, что ли? А вот эти-то камни нафига мне нужны? Что мне с ними делать-то? Оу. Так, новая способность. 7,5% к урону получаемым противником в течение 5 секунд после каждого 10 удара вашего комбо. Это что же за комбо-то у меня такие должны быть? Больше 10 ударов. Где такие комбо? Где я такие комбо-то буду делать? Так, вот это что такое? Избегая урона в течение 5 секунд, вы начинаете восстанавливать здоровье со скоростью 1% в 4 секунды. Да. О, жало, да? Это, видимо, отравление. 35% шанс отравить противника успешной атакой. Опять же, без оружия. Заставляю его получать урон в течение... в размере 30% от урона атаки. Так, подожди, мне вот интересно знать, куда вот эти вот камни, нафига они мне? Зачем мне вот они? Так, легион, завершено. Мирджун 20%. Забрать награду. В этом разделе находятся твои воспоминания о пережитых тобой приключениях и битвах. Забрать награду. Угу. А, вот они, наши награды. Привет из прошлого. Давай. Так, ну что, здесь мы забрали, да, получается, легион. Что у нас тут? 150 теневой энергии. Нет пути назад. Ох. Прям целый сет, что ли, получаем? Комплект, прикинь? Круто. Это круто. Так, династия вторая. Опять 150 энергии. Вот. Давай сюда. Продолжить. И батистовая салфетка.
То есть получаешь чистый сет. Это, конечно, круто. Так, Вестники, это третья глава, которую мы тоже проходили. Это краткая история, ребята. Там расписано. Так, вот этот вот сет у меня, по-моему, был такой. Так, и в пустой комнате. Ух. Прикольно. Так, что мы еще не взяли? Вот здесь, остров тени. Забираем нашу награду. Продолжить. Так, принц бурь. Латы мародер. Это я помню костюмчик этот. Так, а здесь что у нас? Ух ты. Треуголка. Грозовой молот. Ржавый кто? Пройдоха? Точно. Так, и последний. Это сердце. Нет, не последний. У нас еще три. Так, сердце легиона. Ну, легион, ты сам понимаешь, это чистые рыцари, поэтому тут все понятно. Итак, по ту сторону. Муравьи, нунчаки. Этот сет мы с тобой получали недавно буквально. И последний. Так, с кусаригами, да, я смотрю здесь. Обвинители. А, это камы. Камы, конечно же. Кусаригами это у нас на цепочке, конечно же. Так, забудь прошлое, узри будущее. Сеты, офигенно. Целые сеты мы получаем. Мы собрали сет. Ах, шикарно. Что у нас тут? Нормально. Так, и пос... Нет, не последнее. А почему я здесь не забрал, что ли? Нет, забрал. Вот она, мир Джун. Пока только... А, у меня даже ничего нету здесь. Персонажи. Как выяснилось, сержант на турнире в династии — это не бред. В мире Джун все возможно. В мире Джун все возможно, да? Кто бы сомневался. А тут-то что так дофига? Так, заметка. Я принц династии вместо Джун. Какой бред? Где она? Как ее найти? Без понятия. Так, ну тут тоже очень много. Генерал Маркус хочет нам наболтать. Так, подожди секундочку. Мы собрали сет, верно? Забрать награду. Тут тоже забрать. Хм. Нифига мы тут с тобой сетов наполучали. Офигеть. 1000. 1150. 1300. О-ля-ля, я тебе скажу, 1500. 1700. 1800. 1900, 2000, да, сейчас будет?
Угу. То есть за обычные сеты нам дают по сотке, за продвинутые дают нам по 200. Ну, еще есть, еще и... Ох, ребят, еще тут... Тут сетов еще тьма тьмущая. А посоха у меня короля обезьян нету, да? Угу. Очень много сетов нету, ты видел, да, там показывали? Мир Джун, сразу, хоп, легко. Ты смотри-ка. Они даже лучше. Чух, топорик такой метнул. Так, персонажи. Забираем ключи. Редкие. Здесь что у нас? А вот этот посох не короля обезьян, нет? Нет, это не короля обезьян. Это обычный какой-то посох достатка. Защита головы. $725 000. Это почти все деньги, да? Покупаешь и слил. Называется. Ну что, мир Джун? Я ничего не знаю о вестниках. И знать не хочу. Думаю, у них просто не все дома. Использовать теневые способности вполне приемлемо. Хоть и легионеры не в восторге от этого, но поклоняться теневой энергии. Смотри, тут бродят какие-то ненормальные. Они ходят во сне? Вон, глянь на того. Это же кузнец, я его знаю. Он сбивает старика, надо его остановить, живо. Нейтрализуйте одержимого кузнеца. Что там еще, блин, за фанатик такой бьет кого-то. Хрупкий потомок. Иди сюда, прыщ. Понял? Я понял, не дурак. Ты жук ты навозный, а? Конечно, его не... А, он здесь теневую копит. Все, я понял. Ой! Да я, я ничего не успел. Просто зажал меня возле этой стенки. И все, ребят. Чертов утырок, а. Тайминги мои просчитывают, что ли, не пойму. Да какого лешего-то? Я не понимаю, не достаю он свои. Хорошо, вот сейчас мы ему пропадем. Попал, ну, немножко не так, конечно, как хотелось. Ну ладно, ушатали мы этого суходрищего. Фига себе, блин. Хрупкий потомок, блин. На, сразу же в табло. Так, ребят, сейчас тенюха накапливает. Ну и само собой. Есть.
по горлу ему полоснул все-таки. Фьюх. Задал я ему перчика. Но он мне тоже в первом поединке, конечно, просто возле стенки зажал. Я ничего не смог. Не смог сделать просто. Наверняка это вестники отравили горожан. И еще что-нибудь похуже. Мы разберемся с этим. Смотри-ка, а вон и Денрео. Ну как дела, Денрео? Нашли что-нибудь, кроме этих сумасшедших? Мы задержали подозрительную женщину. Думаю, она вестница. Пока молчит, но мы заставим ее говорить. Давай сначала попробуем более мягкие методы. Приведи ее сюда, пожалуйста. Приведи ее сюда, пожалуйста. Дорогая, мы надеемся, что вы нам поможете. Что вы делаете здесь и почему вы одеты как культистка? Это не ваше дело, я спешу. Отстаньте от меня. Как грубо. Между прочим, это благородный юноша принц династии, а я капитан береговой охраны. А, тот самый принц, который всю жизнь учился в иностранных академиях. Вот как он выглядит. Оказывается, да мне плевать, пустите. Так, легко заставить культистку дать показания. Что-то я не вижу, чтобы легко. Они какие-то, блин, фиг пробьешь их. Ну, мы сейчас будем драться с Киба. Ну, тут ее звать культистка, но на самом-то деле это Киба. Ну да. Ее почерк я узнаю. Зачем же ты так грубо-то, а, мразь? Не живется тебе, да, спокойно? Зачем так делаешь, Рейчик? Зачем? Хотя, пяточкой подсандалил ей. Прям в пятачок ее. Маленький, мягкий. Но вбили нос ей в морду, в череп. Она такая, знаешь, спокойно сидит. На! Пора, наверное, теневуху. Пора мне теневуху врубать, ребят. Ох ты, жук! Ну, гадина. Пришлось мне так сделать, пришлось. Раз не понимает нормальных человеческих слов. Надо было теневуху врубать и бомбашить ее. Тем более, она там проскочила еще, как-то умудрилась. Ну, так-то лучше, вестница. Где она? Она исчезла. Как же я ненавижу вестников. Идеально сработано, Фанк. Извини, что так вышло, Денрао. Принц, я думаю, нам нужно вернуться во дворец и проверить, все ли там в порядке. Интересно, где я видел ее раньше? Такое знакомое лицо. Может, мы с ней когда-то столкнулись на улице? Не знаю. Не знаю, где ты ее там мог видеть. Что происходит? Где император? И что это за тварь? Без паники. Вы вполне с ним справитесь. Вестники, я так и знал. Кто ты? И что ты сделал с императором? Послушайте, это очень серьезно. Все из-за сферы. Она начала говорить, мы слышали ее голос. Сфера пробудилась, и вся теневая энергия в мире сходит с ума. Это чудовище и есть император. Победите его и убедитесь сами. Чего? Тварь, босс. Победите теневую тварь. Порочный круг. Сфига ли? Император? Ох, ё, нифига себе. У него теневуха уже на полную включена. Ядрить тебе! Ты что творишь там, хмырь? Ух! Да ну нафиг! Ты... Ты что делаешь, тварь? У меня нет слов, ребят. Легко?
Да, за счет теневой легко, я не спорю, блин. А дальше-то как? Она же гадина неубиваемая, непробиваемая. Как мне ее нахлобучивать-то? Он сразу начинает вот с этого дебильного удара. Ну, естественно, ну, само собой, ну... Не, ребят, это какой-то трэш. Какой-то трэш просто. Ну что, я должен ее побеждать только теневой энергией? Ну, это фигня. Причем у нее всего два удара. От которых не избежать, которые, ребят. Да ладно, блин. Все, хана мне. Пипец. Просто пипец. Срази эту тварь. Срази эту тварь. Легко там говорить, срази эту тварь. Я попробую, но что-то как-то у меня... Не получается у меня пока. Он, главное, стоит в блоке, его не пробить. А у меня такого нет, ребята. Мне пробивает блок только шорох, только в путь. Ну вот как вот по-другому? Да ладно тебе. Серьезно. Ну тут идеально, и даже идеально, ребят. Смотри, сейчас сделаю кувырок, подкат под него. Попробуем. Ну давай ты, кувырок. Я... Ну, видишь? Ну, конечно, этот удар я... Серьезно. Фух. Отпустила прям, ё-моё. Так, ну радоваться-то рано, ребят. Радоваться рано. Я знаю прекрасно, что на третьем раунде обычно эти хлыщи-дрящи начинают такую дичь вытворять. Поехали. До свидос. Да, тут его без шансов, конечно. Без шансов. Две победы. Идеалочки было. Прям белиссимо. И уровень мы получаем. Новый. Топорики, шлем кочевника. Короче, ерунду дали мне какую-то. Ах, сын, прости, мне жаль. Я не хотел, чтобы ты меня увидел в таком состоянии. Это все из-за сферы. Поболтайте потом. Император, а где сейчас сфера? Она нужна вестникам, это очень срочно. Как ты смеешь? Никто не должен знать, где находится сфера, тем более вестники. Сфера все рассказала нам. Это фальшивый принц-убийца. Вы живете в иллюзиях. Я надеюсь, что больше не увижу ваших лиц. Вот так вот происходит здесь. О, забрать награду, нифига. Так. Он ушел. Вестники абсолютно ненормальные. Вся эта чушь, которую он нес. Ну что, если он был прав насчет голоса сферы и всего этого? Ваша светлость, ведь вы превратились в чудовище.
Я всегда чувствовал его. Но раньше я мог это контролировать. Похоже, со сферой и правда проблемы. Мы должны усилить безопасность. Подождите, я что-то слышал. Смотрите, жрец вестников прятался здесь все это время. Да, ребята, не твое дело. Задержите жреца вестников. Давайте мы, наверное, на сегодня с вами закончим эту серию и обязательно увидимся в следующей и продолжим. Так что всем удачи и до новых скорых видосиков.